Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом, как и какие сапоги выбрать для охоты, туризма, просто отдыха, похода в лес. Прежде чем рассказать о выборе сапог, я вам хочу рассказать две истории, которые случились со мной и непосредственно с моими знакомыми. Были у меня сапоги еще советских времен, резиновые, черная тонкая резина. И однажды на охоте я спотыкнулся о корягу и пробил носок этого резинового сапога тонкого и сломал себе палец на ноге. Позже мой товарищ, мы охотились в поле с ним. Также он был в простых резиновых сапогах с тонкой подошвой, наступил на осколок стекла и насквозь прорезал себе ногу. Так вот, чтобы не травмировать свои ноги на охотах, рыбалках, походах, я вам хочу посоветовать, какие сапоги нужно выбрать. Вот эти вот сапоги я выбрал. Отечественного производства они, так как есть, конечно, импортные хорошие сапоги, но стоят они очень дорого. Это сапоги не предназначены для охоты, скорее всего, это сапоги для рабочих, монтажные сапоги. Чем они отличаются? У них вот здесь вот в области подноска весь подносок, внутри запаян металлическая пластина. То есть нос очень твердый, и даже если вы куда-то наткнетесь, вот этот подносок металлический защитит ваши пальцы. Затем очень толстая подошва, и в этой подошве внутри также запаяна металлическая сетка, которая не даст проткнуть вам ногу, наступив вы на стекло либо на какой-то металлический предмет. Сапоги эти ПВХ, очень толстые. Единственный недостаток этих сапог, они достаточно тяжелые. То есть для ходовой охоты, если вы охотитесь в поле, и вам приходится пройти достаточно много километров, то, соответственно, да, ноги устают очень сильно в этих сапогах, так как они тяжелые. В остальном отличные сапоги, высокие. Как раз вот сейчас весна, осень. Я специально взял сапоги на размер больше, чтобы поддевать шерстяной носок. Плохо, что у этих сапог, как у всех импортных аналогов, не идет специальный чулок с теплозащищающей поверхностью. Но в целом сапоги очень классные. Всем удачных охот. Всем пока.